история про меня и мою бабушку Марию Николаевну Страховичу. Бабуленька, спасибо тебе за твой тяжелый труд. Я сильно тебя люблю и очень тобой горжусь. Дорогие медики, вы сейчас в зоне риска на передовой борьбы с коронавирусом. В преддверии вашего профессионального праздника коллектив Центра детского творчества города Ивашевичи выражает искреннюю признательность за все, что вы делаете в это нелегкое время. Спасибо вам за доброе сердце и за преданность своему делу. Низкий вам поклон и огромная благодарность за мужество и стойкость, за жертвенность и ответственность, за ваш самоотверженный труд. Терпения вам, здоровья и сил. Берегите себя!